Чем старше мы становимся, тем чаще задумываемся о состоянии здоровья. Рано или поздно почти любой человек приходит к мысли о необходимости серьезно заняться собой. Мы начинаем интересоваться видами спорта или другой физической активности, подходящими именно нам и доступными с учетом возраста, состояния здоровья и личных предпочтений. В последние десятилетия во всем мире необычайно популярным становится увлечение скандинавской ходьбой. Скандинавская ходьба – это лечебная физкультура. Она полезная, несложная и доступная практически любому человеку, вне зависимости от уровня подготовки, здоровья, веса или социального статуса. Заключается она в активном передвижении при помощи специальных палок, напоминающих лыжные. Сегодня врачи ведут активную пропаганду этого метода оздоровления. Прелесть его в том, что он помогает включиться всем мышцам нашего туловища, нашего тела, мышцам грудной клетки, спина, грудь, живот, бедра, позвоночник укрепляются, мышцы вдоль позвоночника укрепляются, грыжи позвоночные уходят. Остеохондроз, не нужно пить таблетки, глотать их горстями для того, чтобы снять боль. Потому что мышцы укрепляются, и позвоночник ваш становится тверже, то есть этот наш остов, наша система. Более того, это, скажем, представитель лечебной физкультуры, он очень рекомендован и зарекомендовал себя у пациентов, которым требуется определенный период восстановления реабилитации после каких-то сосудистых событий, например, перенесенный инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, он помогает им физически входить вот в тренировку. Из всех немедикаментозных методов лечения восстановления движения – это самый первый способ восстановления. У такого вида физической активности масса плюсов. Вы не привязаны к расписанию тренажерного зала, двигаетесь на свежем воздухе, можете заниматься практически в любое время года, в одиночку или с компанией. Вам не потребуется приобретение специального инвентаря, кроме палок. Скандинавская ходьба – это целая наука. Есть особые рекомендации, как пользоваться снаряжением, как правильно ходить и дышать, как подобрать палки по высоте своего роста. Как определить размер палки? LR. Нет, размер палки определяется… Рост, каждый свой рост знает. Сколько рост? К примеру, говорим. 59. 1,59 м, да, к примеру, 1,60 м, да, умножается на 0,68. Значит, если мы умножим, это примерно получается 108 сантиметров. Плюс-минус 5 сантиметров, то есть можем 105-110 палку в среднем. Перед началом занятий необходимо проконсультироваться со специалистом по лечебной физкультуре. Он подберет индивидуальную программу с учетом состояния вашего здоровья. Однако существуют общие рекомендации. Ходить нужно 3-4 раза в неделю по 40 минут. Это могут быть утренние часы, это можно в обед, скажем, прогулки совершать. Это можно в вечернее время ходить по любой местности, по ровной местности, по грунтовой дороге. Можно ходить по тропинке в лесу, можно в горку заходить вместе с палками. В Артеме растет популярность скандинавской ходьбы среди людей всех возрастов. Отзывы ее активных приверженцев не оставляют места для сомнений. Мы каждый день утром, и я с 4 часов хожу на прогулку. По лесу мы ходим. Ну как здоровье? Ну а как же энергии, здоровье, все. Общение, это знаете, как много, что мы общаемся с людьми. Во-первых, позитив. В первую очередь позитив, здоровье. Вот, ну хорошее настроение. Сначала у меня не получалось ничего. Я не разбиралась, как ногу ставить, куда палку ставить. Сейчас, потом точнее, пройдя немного, я поняла, разобралась, и мне очень понравилось. Когда люди начинают ходить, у них количество таблеток уменьшается. Давление снижается, количество таблеток уменьшается. Сахар, самое главное, у нас очень много пациентов с сахарным диабетом появляются. И когда они начинают ходить, у них сахар снижается, не нужно принимать таблетки. Количество медикаментов, которые необходимо принимать при тех или иных болезненных состояниях, уменьшается. Это очень и очень важно. Если вас заинтересовал такой вид спорта, как скандинавская ходьба, но вы не знаете, с чего начать, обратитесь в Центр медицинской профилактики города Артема. Доктора ответят на все ваши вопросы и помогут сделать первый шаг.